день. Привет, Олег. Здорово. Расскажи, что там у тебя сегодня. Поехали вот на экскурсию на джипах. Джип какой-то сафари. Сейчас поднялись в горы в Алании. Вот какая-то панорамная площадочка. Идем посмотреть. Сегодня ноябрь, 9 число. Последняя экскурсия в Турции, сейчас в Анталии. Потом на зимний период, на лето все экскурсии отменяются. Поэтому вот решили взять. Вон идем, детишек куча. Турецких детишек. Они тебе машут рукой. Алло, алло, алло. Алло. Маленькие детки. Алло. О, куда это мы спускаемся? Идем. Экскурсии покупали на улице по 15 долларов. Но, правда, еще скидки сделали. По 12 вышло. Да, вышло по 12. Очень дешевые экскурсии. Должны на водопады ехать сейчас. Еще куда-то. Окей, давай, друзья, сюда, пожалуйста. Ага. Красота. Потом есть мотобалда. One minute есть инфо. So, can you speak English? Come here, please, everybody. Speak English. Come here. Ореша, встань на меня, посмотри. Привет. Русский говорящий, читающий, понимающий, писающий.